Пап. Да? Почему мы сюда переехали? Ты посмотри вокруг. Прекрасный дом, прогулки на лошадях, речка рядом. Я скучаю по маме. Я тоже. Клевая кепка. А ну верни. А ты отними. И что ты будешь делать? Спокойствие? А какого черта я должна быть спокойной? Это отец той проклятой девчонки? Вы ее отец? Думаешь, я позволю какому-то ублюдку проявлять неуважение? А с какой стати? Припугни немного, как ты это делаешь с другими. Помоги мне. Есть кто дома? Это ваш сосед. У вас дверь открыта. Интерпол. Приятно познакомиться, агент-брокер. На твоем месте я был бы поосторожней с ним, брокер. Такое на тормоза не спускает. Дай-ка мне этот шланг. Я еще не все. Что бы ты ни задумал, передумай. У тебя здесь довольно плохая репутация. Мне больше не нужны проблемы. Скажи дочурке, что ей не о чем беспокоиться, когда рядом такой крутой папаша. Его зовут Аллигатор. Говорят, он там производит штрек. Я хочу сказать, что скоро разберусь с брокером. Он достал меня. Человек с оружием пытается залезть в дом. Давай. Не двигаться! Не с места! Отпусти меня! Дай, беги! Беги! Пожалуйста, быстрее. Не волнуйся, милая. Я приеду.